Привет и добро пожаловать на мой канал вкусного и здорового питания. Существует мнение, что вегетарианство и здоровое питание – это дорого, особенно зимой. В этом видео я покажу опровержение этим ложным стереотипом мышления, составив полноценное меню на день из недорогих зимой продуктов. Недорогие зимой продукты – это корнеплоды, такие как свекла и морковь. Из них можно уже приготовить салат и борщ с фасолью, которая тоже не является дороже мяса, но дает полноценный белок нашему организму. В здоровом питании нельзя смешивать белок с крахмалом, поэтому картофель для борща с фасолью я не использую. Фасоль необходимо замачивать для набухания не менее чем на 10 часов. Затем ставить ее варить. Корнеплоды все хорошо моются и чистятся. Для борща морковь и свеклу я нарезал мелкой соломкой. Свекла является главным компонентом борща, поэтому ее можно использовать больше, чем моркови. Ну и какой же борщ без капусты, которая тоже зимой является недорогим овощем. Когда фасоль закипит, добавь в нее немного соли и лавровый лист для аромата. Для салата морковь и свеклу я нарезал длинной соломкой. Овощи слегка посолил и помял для мягкости. В салат можно добавить чеснок. Полить лимонным соком, растительным маслом и перемешать. Салат уже готов. Для лучшего вкуса и аромата я добавил соевый соус и посыпал острым сушеным перцем и кунжутными семечками. Для аромата борща также необходим чеснок. Когда сварится фасоль, добавить в кастрюлю с ней морковь и свеклу и варить 15 минут. Затем добавить нарезанную соломкой капусту, нарубленный чеснок и перемешать. Настоящий борщ должен быть густым настолько, чтобы в нем стояла ложка. Как только борщ закипит, довести до вкуса и выключить. Итак, мое меню на день. Это легкий завтрак из яблок, борщ с полноценным белком на обед и салат из корнеплодов на ужин для легкости в желудке и хорошего сна. Понравилось мое видео и рецепты? Жми палец вверх, напиши в комментариях, чем ты питаешься зимой и подписывайся, если еще не подписан. Питайся правильно, живи счастливо и будь здоров. Пока!